Соревнования самбо на песке, а вот эти первые чемпионы. Я пока не представляю, как вы будете делать броски тут на песке. Классно, супер, круто. Приходите, смотрите, болейте. Отличное соревнование. Красивые броски проходят. Порой на ковре таких не увидишь. Я совершенно убежден, что вот за этим видом самбо большое будущее. Я такого, честно говоря, никогда не видел. Складки очень динамичные, короткие. Ребята все заряжены на победу. Я считаю, для развития самбо, да, это интересно. И особенно для зрителей, те, кто в самбо может найти что-то для себя другое, открыть, увидеть какие-то скрытые стороны, увидеть какие-то броски, которые раньше не замечали.